Каким будет последний месяц осени? Синоптики прогнозируют, средняя температура ноября ожидается в пределах нормы. Это минус 7-8 градусов. А вот осадков выпадет больше обычного. Александра Салмина расскажет обо всех грядущих изменениях погоды. Эта осень преподносит сюрпризы. За последнюю неделю североказахстанцы успели слепить снеговика, после утонуть в глубоких лужах, а когда слякоть прекратилась, мы вновь ходим по сухой брусчатке. Три времени года за 7 дней. Что же будет дальше, остается лишь догадываться. Или спросить у синоптиков, что мы и сделали. А они утверждают, впереди понижение температуры, но незначительное и постепенное. Ночью столбики термометров опустятся до 6-11 градусов ниже нуля. Днем же будет не так морозно. От 1-5 градусов тепла до 5, а местами 8 со знаком минус. Североказахстанцев такие прогнозы не пугают. Они гуляют с детьми, дышат свежим воздухом. Говорят, в ноябре он особенный. Погода очень хорошая. Надеяться надо, что будет еще лучше. Снег растаял. Мало снегу, надо больше снега, чтобы было. Хочется, чтобы снег выпал сразу, все, чтобы не было слякоти. Хорошая погода стоит. Я думаю, простоит еще. Жду снега я, чтобы поиграть в снежки с друзьями, полепить снеговика. В народе говорят, ноябрь отворяет двери зиме. И это действительно так. В середине месяца вновь похолодание. В ночное время ожидается до минус 13-18. Днем столбик термометра покажет 7-12 градусов мороза. Неутешительный прогноз дают специалисты Казгидромета и на оставшуюся часть месяца. Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 24-29, местами 19 мороза. Днем до 18-23, местами 13 мороза. Осадки в виде дождя, а потом и снега ожидаются частые. Среднее количество за месяц больше нормы, говорят специалисты. А еще жителям области нужно позаботиться о своей безопасности. Неприятных сюрпризов у ноября в этом году. Местами гололед вероятен в конце первой, в начале второй половины второй декады. Места метель, вероятно, во второй половине третьей декады. Однако экстремально жарко или холодно на этот раз не будет, как, к примеру, в 1955 году. Тогда, 1 ноября, синоптики отмечали непривычно теплую погоду – плюс 10 градусов. А вот 24 числа 1987-го, напротив, было морозно. Термометры североказахстанцев показывали почти минус 40. Александра Салмина, Михаил Казначеев, новости МТРК.